Всем привет! Давайте сегодня рассмотрим вот такую радиодетальку. Выглядит она вот таким вот образом. Как бы текстолитовый корпус выглядит, но в технической документации написано, что корпус пластиковый. Но на вид выглядит как будто текстолит. Будем придерживаться технической документации. Данный элемент – это диодный столб. Выглядит он вот так вот. Здесь у нас получается два вывода у данного диодного столба. С одной стороны у нас получается катод, с другой стороны есть вывод, но он обломанный. Это у нас анод. Есть подобная моделька диодного столба D1009A и D1011A. Выглядит он точно так же, с небольшими отличиями. Здесь имеется у них по два вывода. С одной стороны и с другой стороны. Данный диодный столбик у нас маркировки D1009. Это выпрямительные столбы из кремниевых диффузионных диодов. Кремниевые диодные столбы, их много разных разновидностей. У меня в наличии есть два штуки. Вот так вот один выглядит, такой квадратный. У него только здесь не как припаиваясь конты, а в виде гайки. И вот такая моделька у меня есть в наличии. Рассмотрим мы сегодня такую модельку. В простонародье они называются высоковольтные столбы. Выпускались с 1963 года по 1961 год. Содержание дискретных выпрямительных элементов от 6 до 12 штук. Соединение последовательно в виде цепочки. Грубо говоря, от 6 диодов последовательно соединялись до 12. Получается выпрямительный диодный столб. У данного диода этих дискретных соединений получается 6 штук. Это выглядит вот таким вот образом. Получается, соединяется последовательно 6 диодов, и выходит у нас данный диодный столб. Соединение столбиков применялось еще в предшествующих селеновых, корпусных и германиевых выпрямителях с целью повышения их рабочего напряжения до требуемых значений. И для исключения электрического пробоя и от защиты механических повреждений собирались вот такие диодные столбики, которые заливались эпоксидной смолой или просто заливались в пластиковых корпусах. Здесь в данный момент собран пластиковый корпус. Внутри находится сборка из диодных дискретных элементов, залита эпоксидным компаундом. Предназначены данные диодные столбики для преобразования переменного напряжения частотой до 1 кГц. Тип столба, как бы, видим на видео. А соединение я данных компонентов уже, как показал ранее, нарисовал на листочке, в цепочку сделано до 6 элементов здесь. Самый минимум от 6, вот это самая минимальная сборка, от 6 элементов получается. Масса данного столба примерно 53 грамма. Что-то у меня четкость пропала. Вот так вот. Давайте рассмотрим электрические параметры.
данного диодного столба. Среднее прямое напряжение при температуре от плюс 25 градусов 2,6 вольта. При температуре минус 60 градусов 3,3 вольта. Средний обратный ток при температуре плюс 25 градусов 100 микроампер. 100 микроампер, такой маленький ток, конечно, но так как напряжение высокое, тут предельные эксплуатационные данные, импульсное обратное напряжение данного диодного столба составляет 2000 вольт. Средний прямой ток 300 миллиампер составляет. Частота без снижения режима работы 1 кГц. Температура корпуса, вот пластмасса защитного корпуса, плюс 100 градусов в рабочем режиме. При температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 85 градусов по Цельсию. Как я говорил ранее, залито эпоксидный компаунд там внутри. Сборка данного диода, диодного столба, извините, правильно. И здесь вот эти выводы при монтаже, они допускаются немного изгиб, но желательно, чтобы они были прямыми. Запрещается изгиб ближе, чем на 5 мм к корпусу самого диодного столба прижимать, чтобы избежать, как говорится, пробоев, повреждений и так далее. Данная степень снижения предельного электрического режима в зависимости от давления в диапазоне от 600-660 паскаль и ниже должно выбираться с условиями, чтобы температура корпуса данного диодного столба не превышала 100 градусов. Ну, иначе тоже диодный столб выйдет из строя, произойдет пробой, перегорят где-то соединения и придет в негодность данная радиодеталь. Допускается рабочая частота выше 1 кГц, но только при условиях, что ток обратный, средний обратный будет превышать не более 0,5 мА. Допускается перегрузка на данный диодный столб по прямому току до 2,5 ампер в течение 3-4 периодов, не более. Ну, иначе произойдет также пробой, деталь выходит из строя. Самое интересное, что нашел я, скажем, в технической документации на данные диодные столбы, вот такого типа, как говорится, который мы в данный момент рассматриваем. И у меня в наличии есть вот такая вот конструкция еще. Я зарисовал схему из технической документации. Вот первый, который у нас диодный столб коричневый, у него сборка прямая до 6 элементов. У данного диодного столба D1008, причем он самый большой в своем роде, есть там от 1004 до 1008. 1004-1005 они где-то наполовину короче, где-то 50. Около 6 сантиметров примерно, этот около 10 сантиметров. От 1006 и до 1008 идут до корпус идет 10 сантиметров. И вот у этих, у которых идут корпус 10 сантиметров, сборка расположена почему-то вот таким зигзагом, везде в технической документации написано, и в ней применяется до 12 элементов. Вот как я сказал. 1005B у них есть еще. Есть 1004-1005, потом 1005B идет. И 1006, 7 и 8. Их перестали уже применять, данные диодные столбы. Ну, во-первых, они стали малофункциональны, так как
технологии не стоят на месте, а у них идет большое падение напряжения. Получается большое падение напряжения, так как, допустим, если взять обычный диод, я вот тут вот нарисовал для себя, у него, допустим, возьмем для примера падение напряжения от 0,3 до 0,5 вольт, то если мы таких диодов в нем составляем 6 штук уже, получается уже в 6 раз больше падение напряжения. И получается, если здесь в одном диоде будем брать максимальное значение, допустим, 0,5 вольт, то мы здесь уже будем складывать 0,5 плюс 0,5, 0,5, 0,5 и так 6 раз. И получится у нас уже в этой сборке до 3 вольт падения напряжения. А учитывая, что в данных элементах падение напряжения чуть более 0,5 вольт, то и логично при полной сборке из 6 элементов будет уже больше потеря, что тоже как бы пагубно влияет при работе. Но в свое время они были очень-очень популярны и очень таким, скажем, редким элементом радиодеталей. Их было трудно найти, достать. Сейчас это более просто. Можно сказать, их просто выкидывают, потому что сейчас, сами понимаете, новые технологии, SMD-детали. Чем меньше, как говорится, детали, тем проще. Вот, и такие вот устаревшие радиодетали можно найти только, скорее всего, уже сейчас на барахолках где-нибудь. Ну, или радиолюбители собирают. В данный момент такой у меня диодный столб один. И я его проверить не могу, так как у него ножка сломана. Но можно проверить, тут контакт есть, как он работает. Вот. Можем проверить, конечно, взять мультиметр, приложить у нас к аноду сломанная ножка как раз один щуп и ком щуп катоду. И прозвонить у нас покажет определенное число. У меня сейчас под рукой мультиметра нету. Если он пробитый, то, скорее всего, будет звуковой сигнал на мультиметре, показывающий пробой данного диодного столба. Ну и мы попробуем его разобрать, посмотреть конструкцию, как он внутри вообще собранный, потому что, как говорится, схематическая схема – это одно, а когда смотришь визуально, это совсем другое. Он у меня как раз поврежден, как бы. Я не знаю даже, зачем он нужен. Говорят, в нем есть драгметаллы, кто собирает, там, типа там золото, серебро. И платина, кто-то говорит, есть еще здесь содержание. Если присмотреться, вот тут контакты, они желтоватые, то ли латунные, то ли позолота на них. Толком не понять. Ну, практически не видно, потому что тут с краешку только видать. Вот, я думаю, мы сделаем чуть позже контент. Я подготовлю. Дремель доставать не буду, у меня есть гравюрный станочек. Ребята пользуются, гравируют постоянно. Возьму у них попилю немножко, распилим, посмотрим содержание внутри. Ну и вообще, как у нас это получится, разобрать его, прикинем. Вот такой был у нас контент. Всем всего доброго, спасибо. Подписывайтесь, пишите комментарии. Может, я что-то забыл рассказать, да уточнить. Пишите в комментариях. Мы это, конечно, все сделаем отдельный ролик. Все дополним, как говорится. Пишите, что хотите увидеть в роликах. Возможно, у меня найдется такая радиодеталька. И мы рассмотрим ее технические стороны. И, возможно, даже внутренние составляющие, как это все там собрано, работает и так далее. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Чем больше, как говорится, лайков будет продвижение, продвинем канал и будем снимать более интересные новые ролики.
Так что всего доброго, всем пока.